Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня я залезла посмотреть телефоны сотовые, у меня мой уже начинает ломаться, и обнаружила очень интересную такую вещь. Вот телефон, сейчас начинает быть модный именно вот такой телефончик, да, чтобы он там сзади как-то даже не блестел, а что-то такое необыкновенное у него было. Есть, пожалуйста, за 8. Конечно, может быть, есть еще и дешевле, но вот я обнаружила только недавно, совершенно случайно нажала посмотреть. От 8,5 можно уже купить такой симпатичненький телефончик. Так, сейчас характеристики. Самое интересное, то, что вот такие вот неизвестные телефоны, то есть, да, вот тут смартфон TP-Link, не Фосон, короче, не знаю, как это называется. А, какой-то непонятный. А самое интересное то, что здесь мобильная связь абсолютно любая вот делает вот так всегда. Все есть там, любая. Так, сейчас дальше. Android 9. А, максимальный объем карты памяти 128. Вот, стандарт Wi-Fi тоже, вот, пожалуйста, прям много. Это меня прям удивляет. Емкость аккумулятора 4000, на моем только 3000, а здесь аж 4000, представляете? А, также дополнительная информация. Тоже здесь прям куча всего интересного. То есть такой вариант. Мейзи, 32 гигабайта, да, тоже 8000. Смотрите. Очень такой симпатичный, похож даже на Honor 20. Он как раз тоже вот точно такой же. Красивенький, что-то там такое отражающее, ну, что-то такое новое, необыкновенное, да? То есть мы все привыкли с вами видеть обычные стандартные крышечки телефонов, а тут что-то другое. Ну, в него мы не будем уже смотреть. Так, здесь у нас Алкателька, тоже уже немножечко другая, но тоже, смотрите, довольно красивая, 9000. Так, здесь у нас Realme какой-то смартфон, 9000, тоже, смотрите, такой красивенький. То есть, если, в принципе, покупать смартфон ради вот такой крышечки, то можно и не гоняться за дорогим, можно купить и подешевле. Все равно там с той стороны вы будете разговаривать, у вас название это никто не прочтет, а просто будет видно, что у вас крутой телефон. Так, вот здесь вот Xiaomi Redmi. Есть какая-то зебристая полоска, но я думаю, он тоже, кстати, такой же интересненький. Тут тоже, смотрите, Vivo смартфон. Ну, тоже отражение так вот видно. Ну, тоже такой симпатичный. Так, здесь у нас тоже какой-то... А, сейчас их просто вообще появилось очень-очень много. Latchvia, что-то не знаю, короче, 10 тысяч уже. Тоже красиво, знаете. Здесь уже, кстати, 4 камеры идут друг за дружкой. Это, кстати, мне очень нравится, когда они идут вот так. Ну, или наоборот, вот так. Напишите в комментариях, как вам нравится. Вот тут красивый тоже, 3 камеры. Кто там? Realme. Синий. Они прям красивые такие. Здесь вот так идет. Здесь у нас, Honor 9. А вот у меня, кстати, Honor, но моему уже 2 года, или всего лишь, скорее всего, 2 года. Я очень его люблю, очень обожаю, но, к сожалению, он начинает ломаться, как всегда. Все мои телефоны теряют связь. Вот, самое интересное, когда я его отдаю маме, то у мамы все в порядке. То есть он уже перестает терять связь. Все хорошо. Причем я делаю сброс настроек всех. И даже у себя пробовал делать. Все равно он потом теряет связь.
Вот так вот. А у мамы все работает хорошо, предыдущий мой смартфон и планшет уже работают у нее не один год. Особенно смартфон, он уже вообще лет 6-7, наверное, работает. Так, здесь у нас фиолетенький тоже, смотрите, классно смотрится. А, это тоже Honor. Синий написан, тут какой-то переходящий фиолетовый. А вот здесь, кстати, кто это у нас? Nokia. Смотрите, как камеры сделаны. Посередине вспышка и камеры. 4 штуки. Как-то по бокам что-то такое необыкновенное. Не знаю, это красиво или нет, но что-то необычное. Не знаю. Я бы не купила. Но уже 15, сколько? 15 тысяч, да. Так, здесь у нас Honor 20, который как раз, кстати, вот этот телефон я хочу купить. Но пока что, думаю, я буду ждать, пока мой телефон сломается полностью, то есть потеряет полностью связь, и только потом я буду покупать. Может быть, за это время он подешевеет немножечко, я очень-очень надеюсь, или появится какой-нибудь еще, потому что мне бы очень хотелось. А, год выпуска 2020. А, он 20-й. Тогда еще ладно. У него тоже, кстати, мне понравилась поддержка, мобильная связь, то есть тут тоже прям вообще очень-очень, смотрите, много. Android 9, главное. Сейчас уже Android 10 появился, я хочу 10. Ну, потому что на моем старом телефоне было обновление, и сейчас у меня Android 9. Смысл я буду покупать телефон на том же самом 9 Android? Смысл? Тут тоже куча всего интересного. Сеть Wi-Fi тоже много. Дополнительная информация, тут тоже куча всего. Емкость 3, 340. На моем старом 3 только. А здесь 3, 340. Чуточку совсем больше. Но, в принципе, на моем мне батареи хватает где-то на 2 суток. Здесь что-то у нас случилось. Здесь, смотрите, здесь у нас черный. Ну, смотрите, как-то такой, как радужный какой-то. Интересно так смотрится. 4 тоже камеры. Вспышка. Сюда вот не хватает еще 5-й камеры. Интересно. А, здесь у нас уже Samsung. Ну, Samsung, честно говоря, нет. Я не люблю. У меня в детстве, ну, как не в детстве, а в молодости, в подростковом возрасте был Samsung. А раскладушка, купленная за 10 тысяч. Ну, все, прям он был классный, шикарный. Там, помню, карта памяти была на 2 гигабайта. По тем временам это было прям вообще очень-очень-очень много. Я могла скачать музыки просто очень много. Я помню, как я скачивала музыку у девчонок, прям всю полностью. У них было, видимо, поменьше карта памяти. Гораздо меньше, наверное, даже не знаю, не помню, если честно. Вот. А, и почему? Мне, наверное, не понравилось, потому что у меня был отключен звонок всегда, у меня был на вибрации. И потом в какой-то момент мне нужна, ну, долго очень время, несколько лет был на вибрации, не включал звонок. И потом мне понадобилось включить звонок, а он не включается. Короче, такая вот была фигня. И как-то вот после этого я уже все думаю, я не хочу Samsung. Вот. И, в принципе, все. Дальше я уже не пошла. Здесь пошли за 20 тысяч. Конечно, они тут будут уже интересные. Уже какие-то, наверное, красивые. Сейчас посмотрим. Вот здесь, который открывается, выезжает. Выезжает мне, кстати, нравится. Мне кажется, она очень быстро запачкается. Давайте так. Нет, серебристый, черный, фиолетовый. Белый, синий. Вот давайте синий посмотрим. За 30 тысяч. А, ну вот, ну, в принципе, он такой тоже довольно симпатичненький. Немножечко вроде блестит, но за 30 тысяч. Нет, конечно, за 30 тысяч я его покупать не буду. Вот. В принципе, на сегодня все. С вами посмотрели телефончики. Я думаю, что вам будет интересно. Вы запомнили
название, быть может быть, ради вот этой вот красоты, то есть задней панельки, вы купите, может быть, телефончик чуть-чуть подешевле. Не знаю, напишите в комментариях, какой бы вы телефончик купили, или какой у вас, или... Не знаю, лично я всегда стараюсь переплатить за качество. Для меня качество – это самое главное. Вот, на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия, как мы живем с сыночком, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Также обзоры на технику, обзоры на продукты. Там много-много всего интересного на канал. На канале моем обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.